Я хочу рассказать вам об онкологических заболеваниях, точнее, о причинах их появления. Наверное, уже ни для кого не секрет, что это заболевание является эпидемией 21 века. Многие понимают, что онкология – это грибок, стадии развития которого соответствуют стадиям онкологического заболевания. Жаль, что онкологи не хотят видеть очевидного. Лечат симптом онкологии, тогда как ее возбудитель буквально лежит на поверхности и открыто смеется в лицо врачам. Что это? Заговор или упадок системы медицинского образования? Почему в СССР не допускали развития онкологии, четко понимая, с каким врагом имеют дело? Неужели фармацевтика и хирургия важнее профилактики и лечения? Надеюсь, что новое поколение врачей попросту не видит и не знает правды об онкологии, а не участвует в заговоре. Давайте разберемся по порядку. Первая стадия. Споры грибка через кровеносную или лимфатическую систему распространяются по телу и проникают во внутриклеточное пространство. Как правило, они оседают в самих эритроцитах. Внутренняя среда клеток становится почвой для приживания, питания и прироста будущего гриба. Вторая стадия. Развитие подвижного микроорганизма из самой споры. Кстати, ученые спору принимают за вирус. Однако из-за схожести строения вируса и споры гриба, а также благодаря моему пониманию, как устроен микромир, я считаю, что спора и вирус – одно и то же. Вернемся к микробиому, возбудителю второй стадии онкологии. Этот организм называется амебой, причем определенного типа. В справочниках ее называют древесинным грибком, что забавно. Наш зверь в научном мире зовется лекогала древесинная. Это и слизевик, и амеба, и грибок одновременно. Пора бы, господа ученые, определиться. Суть в том, что и то, и другое утверждение верно, если признать, что одной из стадий грибка является спора, а затем перерождение ее в амебу или слизевик. На рисунке указана уже конечная форма гриба, однако сначала он выглядит иначе. Так же, как любая бабочка когда-то была личинкой и гусеницей. Ничего не напоминает? Впрочем, об этом чуть позже. С этого момента наступают самые глобальные разногласия и даже войны среди ученых-микробиологов. Так или иначе, все они сходятся в одном мнении, что слизь в организме, часто перерастающая в гной, есть не что иное, как среда и продукт жизнедеятельности грибка лекогала. Сначала расскажу то, что известно науке, а позже то, что они под носом не видят. Ученые считают, что существует 6 основных возбудителей онкологических заболеваний, такие как герпес, кандида, трихомонада, лекогала, хламидии и микоплазм. Что ж, давайте разберемся с каждым по отдельности. Но сразу предупреждаю, что я не буду принимать во внимание утверждения ученых, буду смотреть в лоб, прямо в глаза всем очевидным фактам. Хламидия. Хламидия – это внутриклеточная бактерия. Особенность ее в том, что она слишком мелкая, из-за чего ее часто принимают за вирус. Это спящий латентный режим грибка. Также оболочка этой бактерии очень тонкая. Если среда, в которой живет эта бактерия, более агрессивная ввиду лекарственных препаратов или сильного иммунитета, то оболочка уплотняется, и мы видим стандартную бактерию, с которой широко знакомы ученые. Ввиду того, что хламидия имеет тонкую и подвижную оболочку, она способна при перерождении в бактерию принимать совершенно любую форму. Я повторюсь, чтобы сакцентировать ваше внимание. Хламидия – это прародитель любой бактерии. Ее Ева, если хотите. И нет другого родственника, кроме нее. В зависимости от среды она становится либо одной, либо другой бактерией. Странно, что ученые изучают их все по отдельности. Хламидия, по мнению ученых, переносится половым путем и дает венерические заболевания. Хотя на самом деле, и к концу статьи вы это поймете, она всегда живет в нас. Просто активируется при активном гормональном напряжении. Если среда для развития хламидии кислая, комфортная, то она превращается в привычную для себя форму и похожа на губку, то есть чистый мицелий. Так что гриб, вирус, бактерия и паразит – это одно и то же. Микоплазм. Еще более мелкий и уникальный организм. Он во многом похож на хламидию. Также имеет тонкую мембрану. Также в латентном состоянии является вирусом, но из-за маленьких размеров живет не в клетке, а в самой мембране. Так утверждает официальная наука.
Однако та же самая наука понимает, что микоплазма весьма агрессивна и может принимать либо форму червя, либо бактерии, либо грибка. Микоплазмы не имеют плотной клеточной оболочки. Их покрывает лишь тонкая мембрана, поэтому они легко меняют свою форму. Например, из шарообразной микоплазма может вытянуться как червячок и протиснуться в узкую пору человеческой клетки. На это не способны даже вирусы, хотя по размерам они меньше, чем шарообразные микоплазмы. Впрочем, последние могут и не проникая в клетку получать из нее питательные вещества. Чаще всего эти кусочки протоплазмы просто приклеиваются к клеткам и сосут из них соки через поры. Таким образом, микоплазм становится прародителем хламидии или будущего паразита – глист, лямблия или что-то иное. В комфортной среде также перерождается в мицелий. Так вот, и хламидии, и микоплазмы возбуждают болезни с одинаковыми клиническими проявлениями. По симптомам невозможно определить, кто вызвал недуг – мембранный или клеточный паразит. Мы уже смело из списка вычеркиваем хламидию, как подросший микоплазм. Трихомонада. До 1981 года трихомонаду нередко называли микоплазмой. Тогда ученые действительно не готовы были выделить отдельную форму, что правильно. Но их существенно смущало то, что новый организм, переродившийся и обнаруженный в крови, обладает новыми характеристиками, а значит, пора смотреть на него под другим углом. Еще одно доказательство будущего очевидного вывода заключается в том, что в 80% случаев трихомониаз протекает совместно с хламидиозом. То есть трихомонада не одноклеточный новый организм, имеющий волнообразную мембрану и жгутик, а следующая стадия – развитие микоплазмы. А так как микоплазм перерождается в том числе и в хламидию, то два брата продолжают жить вместе, но в различных обличиях. Меня восхищает и пугает столь высокая эволюционность и скорость мутации микоплазм. Но стоит разобраться, откуда у трихомонад и бактерий, хламидий, появляется жгутик? Что является переходной формой? Сразу дополню, что при комфортных условиях трихомонада перерождается в грибковый тип и становится возбудителем онкологического заболевания. Ликогала. Раньше ученые не могли распознавать этот гриб из-за узкой специализации. Одни изучали хламидий, другие – микоплазм, а третьи – трихомонад. Никому из них в голову не приходило, что это три стадии развития одного гриба, который изучали четвертые. Грибов-слезевиков известно огромное множество. Самый большой из них, фулига, имеет до полуметра в диаметре, а самые маленькие можно разглядеть только в микроскоп. Какой же именно слезевик сожительствует с нами? Ликогала древесинная – это и гриб, и амеба одновременно. Более крупная форма – слезевик. Различные типы амеб также появляются из ликогала, которые в свою очередь перерождаются из микоплазм, а те – из спор. Амебы имеют ножки, которые рано или поздно становятся жгутиками и дают новые виды трихомонады или бактерии, хотя существенно они друг от друга не отличаются. Сами амебы способны переродиться и в более крупные особи – многоклеточные паразиты, глисты, например. То есть ликогала – это тот самый грибок, который и выпускает споры, имеющие стадии развития микоплазм, хламидии, трихомонады, бактерии, амебы. Сейчас мы подошли максимально близко к сути этой статьи. Возбудителем всех типов и видов болезней на Земле является всего один грибок – ликогала, который сатирично переводится как «лик солнца» или «лик звезды», если быть точнее. Он в своей латентной форме похож на амебу в виде рака, то есть округлая клетка с двумя ножками. Вот почему онкологию в быту называют раком. Откуда же он взялся на планете? Ключевым является то, что он ранее паразитировал только на древесине, то есть был создан как биологическое оружие против древесной формы жизни. Помните, я рассказывал, что на Земле жили дриопитеки, специально переименованные от древопитеков, то есть души жили в древесной форме. Отсюда и древняя история, от слова «древо». Захватчики привезли ликогала с далеких звезд, как биологическое оружие, и заразили ту форму жизни. Но амебы, споры, то есть вирусы, остались и перешли на следующую форму жизни. Кроманьонцы, то есть кремоньонцы, имеющие кремниевую, каменную оболочку. Австралопитеки,
астропитеки, и есть захватчики, пришедшие со звезд и принесшие Лекогала на Землю. Амеба не могла поразить кремний и стала адаптироваться. Сгустки амеб, слизи, хламидий в закисленной среде приняли новую биологическую форму жизни – кандида. Кандида – это дрожжевой гриб, образованный брожением, плотной популяцией хламидий и лейкогала. Кандида, пожалуй, самый опасный гриб, так как чаще всего при низком иммунитете перерождается в онкологию. Кандида имеет белую, губкообразную грибковую форму. Такой налет часто можно встретить на камнях. Так что кандида легко поразила кремниевую форму жизни и стала причиной ее гибели. Кстати, наши предки не случайно сжигали тела. В этом нет ритуального, божественного подтекста. Они сжигали гробницу вместе с человеком, зная, что все от рождения заражены лейкогалой и ее различными формами мутаций. Современные захоронения привели к массовой эпидемии. После смерти гриб прорастает сквозь человека и попадает в землю, которая через воду и растения вновь заражает нас. Плюс передается через микрофлору от мамы нашим потомкам. Некоторые лейкогала, переродившиеся в бактерии или оставшиеся в виде вирусов, то есть спор, попадают в атмосферу. А некоторые, проходя стадию трихомонад, перерождаются в глистов и других крупных паразитов. Еще одно весьма интересно, что все они размножаются не только делением клеток половым путем, но и метастадийно. Лейкогала придумала три типа размножения. Герпес. Ученые утверждают, что герпес, от древнегреческого слова герпейн – ползти, это группа вирусных заболеваний, которая сопровождается высыпаниями на коже и слизистых оболочках. Надеюсь, вы уже научились видеть очевидное. Герпес – ничто иное, как проформа мицелия. Гриб научился строить связи, то есть ползти, между своими колониями, по которым обменивается питательными веществами и информацией. Герпес – это начальная стадия построения мицелия. Также люди сначала приводят глину к удобному для работы виду, а потом лепят из нее все, что угодно. Так что этот тип, так сказать, вируса, это скоростная форма мутации спор или лейкогалы сразу в вид мицелия, который в последующем соединяется с другими видами и формами, образуя глобальную сеть. Ржавчина, жилки на камнях – это тот же герпес, но паразитирующий на неживых объектах. Сам по себе герпес – неживой организм. Это транспортная система, но так как она часто задевает нервные окончания, доставляет больше боли, чем любой паразит. Что ж, пора подвести итог. Нет на Земле иного паразита, кроме одного единственного – лейкогала. Этот грибок появился на Земле в период жизни первых поселенцев дриопитеков. Сам по себе гриб был принесен случайно или специально космическими переселенцами со своей родной планеты, с одной из звездных систем. Жизнь на Земле не казалась грибу комфортной, отчего он начал стремительно и осознанно мутировать, породив другие формы организмов, как стадии своей жизни. Вирусы, бактерии, многоклеточные паразиты, мицелии, амебы, слизевики и другие. Третья стадия. Лейкогала, сумевший выстроить связи между колониями и поселениями, как города и инфраструктуру, образует третью стадию. Честно говоря, она невозможна без устойчивого и хронического герпесного заболевания. Как бы печально это ни звучало, но у всех землян вторая стадия онкологии. Но не у каждого она перерождается в третью. Чтобы справиться со столь агрессивной формой лейкогала, необходимо победить герпес, отказаться от любых продуктов брожения, в том числе кисломолочные, хлебно-дрожжевые, а также вино и пиво. Стоит исключить и малосольные продукты. Важно поднимать иммунитет, много двигаться и делать регулярный лимфодренажный массаж. Но это всего лишь профилактика. Четвертая стадия – основание столицы грибковой колонии. Онкологи называют ее корнем гриба. Это ее мозговой центр. С точки зрения растительного мира, это уже дерево. Как правило, врачи лечат и оперируют один из городов этой цивилизации, но не саму столицу. Она обитает чаще всего в желудке или в двенадцатиперстной кишке. Если врачи вернутся к травоведению, знахарству, то смогут легко справиться с лейкогала. Он не любит щелочь, теплый климат, полынь, имбирь, солодку,
расторопшу, грецкий орех, укроп, тыквенные семечки, зерна яблока и очень много других известных в знахарстве лекарств. Подробнее эту тему я раскрою в нашей книге по нумерологии здоровья, которая станет нашим подарком читателям.